Всем привет! В этот раз мы отправились в Приморскую тайгу. Это Хасанский район, река Амба. Вот, мы поднялись. Сейчас у нас 6 декабря. Цель — попробовать половить рыбу на горной речке в зимний период. Ну, из-подо льда просверлить лунку, посмотреть, как это вообще реально-нереально. Взяли снасти, не брали снасти на закид. Вот, взяли так, чисто просто, ну, как на классическую зимнюю рыбалку. Но, когда мы ехали сюда, мы были удивлены тем, что лед не стоит. Местами только есть чуть-чуть льда, вот, на каких-то ямах, вот. Ну, сегодня попробуем на них половить. Приятного просмотра, поехали! Давай по кофейку за рыбалку. Давай. За приезд. За приезд. Нет ничего лучше, чем провести утро в тайге. Да? Сидеть. Сидеть. Вкусно, да? Сколько это сантиметров? Сантиметров 5, около, да? 4 сантиметров. Ну, лед прозрачный, тоненький. Видно, плавает. Пробурили лунки и пробуем. Сейчас закинем удочки, попробуем поймать. Небольшую такую ямку нашли, где более-менее подмерзло. Вот, сейчас будем пробовать здесь ловить. Ну что, заброс пошел? Да, я забросил. Пробуем. Там ничего не видно. Джейсон, не ходи туда. На эту ямку мы подъехали, я просматривал уже так, ни одной не видел. А вот на тех, ну сейчас мы ниже спустимся. Попробуем. Вон на той, на большой яме. Тишина, даже никто не проходит. Приехали мы чуть-чуть ниже. Вот, на этой яме покидали, что-то движения никакого нету. Мы, когда поднимались, было 2 ямы, таких нормальных, которые более-менее промерзли. Вот, сейчас вот спустились на вторую. На первой яме мы прям видели рыбку через лед. Не знаю, вот хотим попробовать здесь. Ой, лед, конечно, тонюсенький вообще прям, да? Сантиметра 2. Тихо, тихо, тихо. Трещина пошла. На что ловишь ты сейчас? На что будем? Маленькую блесенку поставил. корешковую и опарыша. Сейчас попробуем что-нибудь, какую-нибудь мелочь хотя бы потягать так, что здесь что-то есть. Ну да, чтобы не просто так. Да, не просто так, да, для интереса. Будем отпускать, ловить, отпускать. Может быть, что-нибудь оставим на уху. Ну, что-нибудь, если крупное попадется. Вот первый улов. Пеструха, да, это? Да, пеструшка меленькая. Ну, это вообще детеныш, да? Вообще дети, да. Отпускай его нахер. О, Джейсон ушел. Джейсон, ну ты что такой псих? Куда ты, куда? Джейсон, ты меня еще утопи, придурок. Джейсон, друга, иди. Еще меньше, да? Это вообще, это гальян. Ну да, улов. Мы тут на уху так. Да и шачьи паски будем ловить. Да. Вторая пеструшка. Ну, сейчас отпустим ее. Мелкая. И третья. Гальян. Капец. Хорошая, ну значит поймаем. Спор, конечно, такой мощный. Им чисто за место тренажерки. 3 раза это упражнение делаешь, и будешь сильный, как Шварценеггер. Я эту арматуру взял с собой. Спустились еще ниже, на той яме ловили мелочевку, вот. Ну, отпустили ее. Андрей пытается там уже что-то ловить, я пока развел костер сейчас. Ну, надеемся, что на уху что-нибудь покрупнее, хотя бы рыбешек 5 поймать. Мы рассчитывали, что будет больше льда и можно будет больше где порыбачить. На самом деле, пока мы поднимались, только 3 ямы. Вот. И все. Вот такая печаль. Эта яма самая такая глубокая. Здесь завал рядом. И глубина нормальная. И лед более-менее толстый. Вот пробуем здесь что-нибудь поймать. Вот. Поставили пока чайник. Опарыша. Сейчас будем мучиться. Чуть-чуть в приглядку, вдруг кто подойдет. Мелочь лазит. Чуть-чуть. Что это? Пеструшечка. Пеструшка? А такая уже. Почти с ладошку. Сейчас покажем, что у нас подо льдом. Вот мы приехали, да, здесь рыбы нету, и там рыбы нету, и вот на третьей яме тоже, да, тут ничего. А где крупняк-то зимой гасится? Ну, скорее всего, спустился в низа. Низа, там более глубокие ямы, воды больше. Пеструшка вообще спускается в устье, ну, в устях, и зимует в устях. Пеструшка, ленок, они пресноводные, и соленоводные, им все равно, в принципе. То есть, получается, здесь гасится эта мелочь, да? Осталась мелочь, да, которая не спустилась. Ну и, возможно, какие-то крупные экземпляры. Ну, может быть, где-нибудь под корягой-то сидит? Сидит, скорее всего. Пока лунки бурили, пару штучек таких пробегало. Ну, непонятно, ленок, скорее всего, небольшой. Ну все, давай, надо поймать. Я надеюсь, мы еще собаку уберем, что она тут шугает. Она все пытается прорваться там, разобраться с рыбалкой, показать, как надо ловить. Вот, и пугает. Пойдем, Джейсон, пойдем. Короче, здесь рыбы нету. Но она есть, ну, мелочь, всякая мелочуха. Вот, мы ее ловить не стали, выпустили. Вот. И будет у нас, ну, мы предвидели эту ситуацию, на всякий случай взяли с собой курицы. Так что сегодня у нас будет уха из петуха. Закипела, да? Да, водичка уже закипела. Морковочки почистили. Уха из петуха кипит. Сейчас поварим картошки, морковки и сядем кушать. Вот Джейсон побежал за военной машиной. Мимо проехали военные, рядом граница с Китаем. Проехала машина, Джейсон устремился за ней. Что, уха готова? Наливаем, дохаваем. Уха готова, да? По куску мяса положим. Вот так вот. Жирная, смотри. Наваристая. Плохо, что не получилось, конечно, ухи сварить. Но... ну, у нас сегодня из петуха уха. Да, голодные мы остались. Всем приятного аппетита, сейчас мы будем кушать. Сейчас он голодный, мы перекусили, теперь его очередь. Тарелка освободилась, налили ему супчику, хлебушку накрошили. Сейчас, иди кушай, можно. Иди кушай, можно.